Лайфхаки для секса во время менструации. Несмотря на то, что до сих пор многие с предубеждением и долей брезгливости относятся к сексу в эти дни, хотя никаких при этом медицинских противопоказаний к нему не существует, другие не ограничивают себя в удовольствии и наслаждаются сполна. По секрету говоря, у многих женщин либидо во время месячных подскакивает до небес. Кстати, если размер твоего члена меньше 18 см, то я уверена, ты постоянно чувствуешь неуверенность в себе. А если это еще сопровождается импотенцией, то дела явно плохи. Под видео мы оставили ссылки на препараты, которые помогут тебе избавиться от импотенции и решить проблему с небольшим размером. Они изготовлены полностью из натуральных компонентов, а применив весь курс, ты сможешь полностью избавиться от проблем с потенцией и увеличить свой размер. Ознакомься с отзывами мужчин по ссылке, если у тебя присутствуют какие-то сомнения. Боитесь вида крови? Ну, тогда, конечно, лучше воздержаться. Хотя, как показывает статистика, именно женщины, а не мужчины, обычно отказывают своим партнерам в сексе в эти дни. Обычно причиной тому является плохое самочувствие, разбитость и менструальные боли, хотя и смущение имеет место быть. В общем, если со здоровьем и самочувствием все норм, то предлагаю вам несколько рекомендаций, которые сделают секс в эти дни комфортным. Первое. Постелите темное полотенце. Казалось бы, элементарно, но некоторые забывают или стелют светлое, на котором потом можно рассматривать пятна, как звезды на ясном небе. Второе. Используйте презерватив. Менструация – именно тот период, когда средство защиты придется к месту. Часть крови скопится на презервативе, а не на члене, и от нее можно будет легко избавиться, просто снять кондом с пениса. Третье. Попробуйте разные позиции. К сексу во время месячных придется приноровиться. Вот варианты. Первый. Миссионер. Миссионерская позиция с ногами, закинутыми на плечи мужчины. Это поза с глубоким проникновением. Вариант второй. Отправляйтесь в душ. Во время месячных у женщины есть дополнительная смазка, что сделает секс приятнее и проще. Идеальной позицией будет секс стоя. Девушка поднимает ногу и сгибает колено под углом 90 градусов, а парень крепко прижимает и входит. Также девушка может развернуться к парню спиной, нагнуться и по возможности прогнуться и упереться руками в стену. Напоминаю, что вы можете пройти курс, чтобы продлить половой акт и навсегда избавиться от преждевременной эякуляции. Благодаря нему вы сможете сами контролировать и решить для себя, когда хотите закончить, через 20-60 минут или 3 часа. Будете испытывать намного больше удовольствий и ощущений, которые дарит вам занятие сексом. А также предлагаю пройти курс, чтобы справиться с простатитом. Ссылки найдете под видео. Четвертый. Тампоны для секса. Да, существуют тампоны, которые созданы для активного образа жизни и даже для секса. Они как губка на ощупь и очень хорошо все в себя впитывают. Единственное, парню может натирать головку пениса с непривычки. И не верьте никому, что можно заниматься сексом с менструальной чашей или с обычным тампоном. Это не так и может быть даже опасно. Пятое. Безопасность превыше всего. Около 44% мужчин считают этот период времени, когда не нужно предохраняться, а очень зря. Риск забеременеть во время менструации сохраняется. А что касаемо заболевания ЗППП, то риск даже возрастает. Шестое. Дополнительно. Много смазки хорошо, но когда слишком много, то теряется то самое приятное ощущение от трения. Для этого вам понадобится промокашка. Используйте салфетки или полотенчики и промакивайте пенис. Желаю вам яркого секса и отличного настроения. Меня зовут Полина Левенталь. До новых встреч. Не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.